Мир вам, сестры, братья. Приветствую вас на блоге Виктора Буслова «Познание. Познавай Бога внутри себя». Друзья, нам дано от рождения каждому человеку Божий дар, и это творческий разум. Способность творить, рождать новые идеи, видеть истину. И это нам все от Отца Небесного. Это одна из черти Бога, Его образа и подобия. Способность творить, рождать новые идеи, видеть истину – это черта Бога. И так как мы его дети, это он дал и нам, человечеству. При рождении каждый человек получает и имеет Божий дар, право выбора и творчества. И хочу сделать ударение каждый. Каждый человек, независимо от пола, национальности и финансовой стороны. Только со временем человек или сам отказывается от дара, или не использует его. И талант просто пропадает, или за суетой жизни подавляется. Как и, сатана не может исп... и как и сатана не может пользоваться творческими способностями, а только копировать и выдавать за свое. И вот хорошо весьма, так говорит Отец Небесный, когда видит, как мы творим, используем Его Божий дар. И сейчас, в наше время, Бог хочет восстанавливать взаимоотношения с человеком. Бог хочет с каждым человеком говорить лично и отдельно. Наши дети, пока молоды, имеют особую связь с Небесным Отцом и наиболее восприимчивы к проявлению этих талантов. Эта способность есть только у человечества, то есть человека. Из известных нам творений нет таких творений, которые могут творить, придумывать что-то новое из практически ничего. Даже сатана, имеющий дар права выбора, не может творить. Все наученные, приобретенные ваши способности ⁇ это ветхое основание, и при разных обстоятельствах может быть забрано. Например, как бизнес. А основание от Бога, которое заложено в нас, ни никто никогда не заберет. Если вы построите свою жизнь, бизнес, семью на этом основании, то это будет как дом, построенный на камне. Мы уже говорили о праве выбора. Сейчас поговорим о творческой способности. Божий дар – творческий разум. Очень важно помнить, что творческая способность или Божий дар у нас дан нам, передан, передан нам Богом, как Отец Небесный. И как Отец земной передает своим детям то, что имеет – например, фамилию, статус, бизнес, финансовую сторону и так далее. Но передает только своим детям, чужим не дает, правильно? Если творчество человеку дано Богом, посмотрим, как это сказано в Слове Божьем. Откроем книгу «Бытие». И я беру пример из самого начала человечества, пока оно не было разделено на богатых, бедных, на религиозные темы с самого начала. Откроем книгу «Бытие», главы 1, 2, 3, и в 1.26 сказано – «И сотворил Бог человека по образу своему, и по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Это Бытие, 1 глава, 27 стих. «Наш Отец Небесный создал нас по своему Богу образу и подобию». 31 стих. «И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. И был вечер, и было утро, день шестой». Бытие, 1 глава, 31 стих. Во второй главе, стихе 15, и взял Господь Бог человека, которого создал, и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. Бытие 2 глава, 15 стих. Читаем дальше. В стихе 19 Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных, и привел их к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. Это Бытие, 2 глава, 19 стих. Да, животных и птиц создал Бог, но Он привел их к человеку, и Он сам давал им имена. Он смотрел на них и называл. Как этот процесс происходил? И, и это интересно. Посмотрим дальше, когда Бог привел Еву к Адаму. Прочитаем, что говорит Библия, 2 глава, книга Бытие, стихи с 21 по 25. И навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно, одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра взятого у человека жену, и привел ее к человеку. И сказал человек, вот эта кость от костей моих и плоть от плоти моей, и она будет называться женою, его взята от мужа своего. Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут два одна плоть. И были оба ноги, Адам и жена его, и не стыдились. Бытие, 2 глава, с 21 по 25 стих. Представьте, мужчина спал, проснулся и берет перед собой женщину, вот. тогда он и видел ее впервые. Женщин, женщин еще не было, и животных не было. И тогда он посмотрел на истину, то есть ее происхождение. А она – это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Откуда он знал, что она плоть его? Да, это черта Бога – знать истину. Он откуда-то получил это знание про жену. Вернемся к животным. Бог приводил животного к человеку. Человек смотрел на него и, например, говорил, это жираф, потому что у него длинная шея. Это слон, ибо у него длинный нос, и так далее. Это жена, и она будет называться женой, ибо взята от мужа своего. Это творчество. Назвать, создать. Есть составляющая Бога, а это знать истину, как Адам знал про жену. Откуда она? Хоть и видел ее в первый раз, и составляющая человека, она будет называться женою, ибо взята от мужа своего. Адам ей дал название жена. Позже Адам, Адам, дал ей имя. Это в стихе 20, 3 главы. И нарек Адам имя жене своей, Ева, ибо она стала матерью всех живущих. Помните, как Бог создавал небо и землю. 31 стих. Бытие, первая глава. «И увидел Бог все, что Он создал, и вот весьма хорошо. И был вечер, и было утро, день шестой. И вот весьма хорошо». Всегда Бог заканчивал свое творение и смотрел, что получилось, и говорил. И увидел Бог все, что Он создал. Вот весьма хорошо. Бог творил все существующее на земле. А человек творил, занимался тем, что Бог ему давал в пользование. И это творчество, основанное на истине, до тех пор, до сих пор это все действует в людях. Например, железо. Человек не сотворил его. Бог дал железо человеку и познание истины, творческий разум, познать его свойства и как с ним обходиться. Как его применить и как им пользоваться? Что с него сделать для жизни? Знание истины, я бы, выраз, я бы выразился, это как пуповина, которая нас связывает с Богом. Чем дальше мы от Бога, тем меньше знания истины в нас. Чем ближе мы к Нему, тем сильнее наша взаимосвязь. И чтобы мы были ближе к Богу, сейчас с нами на земле Дух Святой, который пребывает вообще на земле, но и с теми, кто пришел к Богу через Иисуса Христа, Дух Святой присутствует в жизни верующих и даже исполненный Духом Божьим. Бог хочет полностью восстановить взаимоотношения с человеком, с Ним. И верующим хорошо знакомо слово «откровение», знание, которое дает Бог, особенно когда читаешь Слово Божье. И мы до сих пор встречаем людей творческих, гениальных, и это Божий дар. Способность творить. Это способность не у всех созданий Божьих, известных нам. Животный мир не имеет способности творчества. Мы знаем, что животные в основном живут инстинктами. И посмотрим еще на одну личность с правом выбора, но без творческого разума. Это сатана. Мы знаем, что он был раньше в присутствии Бога, но выбрал другой путь и был скинут с неба. Хотя он и творение Божие, но он не умеет творить, он не может взять что-то от Бога, его творение или, или от человека, что он сотворил и перевернуть, вывернуть наизнанку, извратить и сказать, что это он создал. Примеров много на земле. Хоть посмотрим на заповедь человеку плодиться и размножаться. Сатана извратил, и теперь есть блуд, прелюбодеяние, и это разрушает человека, и это грех. Например, атомная энергия. Можно пользоваться ею для жизни, а можно и сделать бомбу и так далее. Сам принцип ⁇ это взять что-то хорошее и сделать из этого то, что разрушит самого человека. Но изобретение атомной энергии ⁇ это нормально, и это Бог дал людям для пользования. Жаль, что некоторые используют это неправильно. Бог дал нам железо, а некоторые делают оружие. Да, стиль сатаны ⁇ взять Божье творение, извратить и сделать так, чтобы Божий дар убивал человека и человечество. Чтобы отделить изобретение человека и сатану, расскажу на примере так. Бог дал на землю железо, показал его человеку. Человек понял это, его свойства и как применить для жизни, получил благословение от Бога. Человек, который отделил себя от Бога, взял это железо и создал оружие для насилия над другим человеком. То есть создал предмет насилия, чтобы самому обогащаться. Сатана дает такие знания, чтобы использовать это железо, железо для уничтожения людей. И желательно массово. Например, бомбы. Чем больше, тем лучше и по возможности уничтожить и самого человека. Сатане не важно, сохраняет ни человека, ни, ни чтобы обогащаться. Он духовное создание и ничем материальным пользоваться не может. Вот так благословение может превратиться в проклятие. А ведь это железо Бог дал человеку для благословения. Восстановить взаимоотношения. Сейчас и в наше время Бог также хочет восстанавливать взаимоотношения с человеком. Бог говорит с каждым человеком отдельно, как написано апостолом, апостолом Павлом в послании к римлянам, 1 глава, 2 половина. Но мы сейчас возьмем стихи с 18 по 23. Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечести и неправду человека, подавляющей истину неправдою. ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им, ибо невидимая Его, вечная сила Его и Божество, а создание мира через рассматривание творения видимы, так что они безответны. Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце. Это Римляна 1 глава, стихи с 18 по, 20, по 21. Бог приходит каждому человеку и открывает знания о себе. Все, что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. Бог открывает знания о себе, то есть сначала приходит в разум, но некоторые люди, познав Бога, не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и результат это омрачилось несмысленное несмысленно их сердце. Они теряют взаимосвязь с Отцом Небесным. То есть, по сути, они отказываются от тех знаний, которые Бог может им дать. Когда человек говорит Богу: тебя нет, человек закрывает свой разум для принятия Божьей истины и закрывает свой ум к творчеству. Теперь человек без взаимосвязи с Богом. Он может только взять что-то изобретение, немного переделать и сказать, что это мое. Или вообще украсть. Например, копию картину можно легко сделать, но найти сюжет, написать с нуля, для этого нужен талант творчества. Но это дар Божий сейчас до сих пор на земле, и мы видим в развитии человечества и искусства гениальных людей в своей сфере. Творчество проявляется среди людей. И мы можем сказать, что гениальные люди есть и среди людей, не знающих Бога. Да, это есть. Знаете, это как плод дерева. Есть плоды, гениальность. Но есть и корень, это, это творческий потенциал для человечества, дар, наследие от Бога. И нужно его найти и взять в свою жизнь. Этот корень существует, наследие от Отца Небесного существует. Творческие дети – Человек взрослый сознательно закрывает свой разум перед Богом. Но когда он еще ребенок, все возможно для него. У него вся жизнь впереди. Но здесь нужны вы, старшие люди, родители, бабушки, дедушки. Вроде бы у ребенка и больше возможностей к творчеству. А с другой стороны он маленький, и у него нет опыта и знаний, чтобы их понять и реализовать. И здесь нужны мы, старшие люди, родители, бабушки и дедушки. Смотрите на своих детей, наблюдайте за ними. У них обязательно проявится его творческая способность. Например, что он любит делать или не любит, какие предметы в школе он хорошо знает, а какие не может потянуть. Какие предметы в школе ему даются легко, а какие трудно. Смотрите, чем он любит заниматься дома, что он чаще всего делает, как ребенок реагирует на различные ситуации в его жизни. Наблюдайте и обязательно увидите. Нужно только время. И самое главное, помогите ему развить их. Школа, кружки, колледж, институт или университет. Все это зависит от нас. И придет время, к нашим детям Бог откроет знания о себе. Все, что можно знать о нем, будет явно для них, потому что Бог явит им. Какой выбор они сделают, друзья мои, это их выбор. Знания в церкви. Здесь важно правильно подойти к этому вопросу. И путаница очень часто приводит в тупик. Есть дары, таланты от Бога для жизни, которые даны всем людям без исключения. И дары Духа Святого для служения, для церкви. Но об этом следующая статья. И их нужно отделять. Мы сейчас поговорим о Божьем даре для тех, кто пришел к Богу через покаяние и является частью тела Христова на земле. Если вы взрослый человек, у нас были и есть наши способности и до покаяния. Бог дал нам их для того, чтобы мы могли жить, работать для себя и семьи. И если вы сейчас еще не нашли их, то обратитесь к Богу в молитве и попросите показать их вам. Главное, настаивайте, не останавливайтесь, покажите Отцу Небесному, что это вам важно. Помолитесь и смотрите, что Бог вам покажет. Это могут быть отрывки из вашей жизни и до покаяния. Что вы могли делать, что не могли. Не воровать – это тоже дар, друзья мои. В чем вы были сильны, в чем нет, Бог обязательно вам покажет. Главное смотрите, это могут быть черты характера, дизайнерское мышление, аналитический склад ума, строение тела и так далее. Их много. И помните, что это вам все дал Бог. Вы не вы заработали, а наследство от Бога Отца Небесного. И это, и если это дал Бог, кто может забрать? Бог дает нам эти способности, чтобы мы применили их для, для обеспечения своей жизни, семьи. Конечно, бывает, что эти дары действуют и в церкви, но это другой разговор. После попросите у Бога, как это можно применить в вашей жизни, бизнесе, семье. И если это возможно, перестройте свою жизнь на этом основании. Почему? Хочу немного уточнить. Проявление творческих способностей наиболее сильно у детей, молодых, у детей, молодых людей, пока они осознанно не отказались от Бога. А когда человек осознанно, разумом идет к Богу, кается перед Богом, принимает крещение, и тут же, тут же приходит Дух Святой, и начинается другое служение. То есть творческие способности проявляются интуитивно, сильно у детей, а после покаяния уже служение разумом в дарах Духа Святого. Дом, построенный на камне. Все наученные ваши способности – это ветхое основание, и при разных обстоятельствах могут быть забраны. Например, как бизнес. А основание от Бога, которое заложено в вас, никто никогда не заберет. И если вы построите свою жизнь, бизнес, семью на этом основании, то это будет дом, построенный на камне. Если вы уже в летах, также молитесь, найдите свои дары, таланты, но найдя их, вы сможете помочь как своим детям, внукам, так и можете помочь молодым членам вашей общины. Так что, друзья, нам Бог Отец каждому дал свой дар, личный дар, способности для того, чтобы мы могли жить на земле. И пользоваться мы и можем только в связи с Богом. А сейчас я заканчиваю. Если вам понравилась запись или вы получили слово откровения от Духа Святого, поставьте лайк, подписывайтесь, делитесь и передавайте привет братьям и сестрам. Аминь.